Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как перестать пытаться наладить дружбу с человеком? Есть знакомая, с которой очень хочу подружиться. Пишу ей много о себе, ее жизнь интересуюсь, она всегда отвечает, но никогда сама не пишет. Если встречаемся по работе, может сказать здравствуйте и пойти дальше. Если начну разговор, она поддержит, понимаете, что она, наверное, не хочет со мной сближаться. Что делать, чтобы перестать пытаться наладить с ней общение? Вообще, я думаю, что самым таким вот корректным решением в этой ситуации было бы посмотреть на то, чем она вас привлекает. Ну, то есть очевидно, что привлекает чем-то вас этот человек. Вот, нужно посмотреть на то, чем привлекает, то есть чем она вам понравилась, почему именно она, вот, почему именно она. Почему именно этот человек вам вот приглянулся, да, то есть что вы в нем выделяете. Или, может быть, ну, как вы его выделяете, да, то есть ну, опять же, вот, как-то очевидно, да, что вы человека, как-то вот, рассматриваете, вот, для себя как интересного. Вот. И вот очень важно, чтобы вы попытались увидеть, да, что этот интерес для вас представляет. То есть что это такое? Интерес. Но я имею в виду человек. Вот. А по этому интересу уже можно будет судить, да? О том, что вам нравится. Если нравится, то есть вот, что вас привлекает, да, и вероятно даже, можно будет говорить о том, чего вам, собственно говоря, не хватает, вот, то есть, ну, вы может это заметить, ну, для себя, вот. А дальше, вы говорите о том, что, ну, пытаетесь подружиться с человеком. Вот, и на мой взгляд, вот, ну, опять же, с чем это связано, да, что вы пытаетесь, вот, подружиться. А чувствуете ли вы, к примеру, себя одиноко, что вам, вот, ну, не хватает, значит, кого-то. А если вы чувствуете себя одиноко, то это вот э,
проблема, да, на которую, ну, нужно обратить внимание. Дело в том, что одиночество — это история про, ну, такое вот, я бы сказал, непринятие себя, то есть вы себя вот принимаете, вы себя отторгаете, вероятно. Ну вот что-то в себе вы отторгаете. Вот. И нужно вот смотреть, нужно смотреть, что вы в себе отторгаете. Вот. Если отторгаете. Потому что, ну вот, опять же, не получится. Не получится действительно наладить с кем-то взаимодействие, да, если вы будете вот решать какую-то свою проблему, да, вот будете пытаться это делать. Вот. Как-то так. Я думаю, то есть вот нужно на это обратить внимание, да, нужно в этом направлении немножечко поработать вам, на мой взгляд. И я думаю, что появится у вас вот какие-то мысли о том, да, вот, что это за там, энергия, да, грубо говоря, которую вы вот, значит, направляете на человека, а в действительности эта энергия, она очень сильно про вас, энергия очень сильно про то, вот, что вам нужно, да, про то, что вам хочется, и так далее. Вот. То есть здесь, конечно, вот такой вот есть довольно тонкий, деликатный момент. Вот. То есть я не думаю, что нужно вот обязательно прямо отказываться, да, от ну, какого-то взаимодействия с человеком, вот, конечно. Я не думаю, что это вот, хорошо. Но разобраться с тем, что за этим стоит, очень важно. Я также не думаю, что хороший идеей является что-либо прекращать. Вот. То есть, ну, от чего-то отказываться. Я думаю, это вот не самая лучшая история. Ну, например, понять, какое значение для вас имеет вот дружба с конкретным человеком. Вот. И почему коллега вообще? Вот. Именно почему коллега конкретно, да? Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи, всего самого доброго, обращайтесь.